стоит наша красавица, живая елка. Сейчас 9 утра, на улице ночь. У нас сегодня такой будет добрый, теплый день, потому что у нас приезжают девчонки. Тася в 6 часов, у нее поезд из Москвы прибывает. Они встретятся с Соней, поеду к нам. Папа их встретит у метро. Соня будет с Мотей, это собачка Соня. Заберем Аню из садика, что у нас будет такой бурный, веселый вечер 29 декабря. Так поснимаю небольшими вставочками для создания настроения и атмосферы этого дня. Подготовка к Новому году. Сегодня варится холодец. Делаю супчик на перепелках, потом еще сюда положу. Фрикадельки. Здесь зажарочка для супа. Сейчас буду заниматься уборкой. В общем, все по плану. Декабря. Мотя завтракает. Моть, покажи, как ты кушаешь аккуратненько. Видишь, какой умный пес. Кто тебе разрешал? Я ему сказала, покажи, как ты кушаешь. Ну, не издевайся над собой. Разреши кушать. Всем доброе утро, скажи, Мотя. Как кушать хочется? Это такая штука, которая помогает Моте не съедать все мгновенно. Все, он вот в этих лепесточках ищет корм и спокойно кушает. А так он за 2 секунды. Да, водичка тоже Мотя пьет, все съедает. Приятного аппетита, Мотя. Его даже не видно. Олег Евгеньевич, счастлив, что все девочки? Я счастлив, что собрались. Все собрались, варю кашу. Самая вкусная каша. И очень... Здорово, что мы наконец-таки выспались. Это практически новогодний подарок. Да, мы спали до 10:30 сегодня. Обычно. Ну, потому что Анютка время... до 10:30 ее было не уложить. Она бегала, скакала, кричала: Мотя, Мотя. Я вообще была счастлива, что все собрались. А я вам рассказывал рецепт этой каши. Очень вкусная каша. Получается. Ну, овсянка, яблоко. Все очень-очень мелко нарезано. Банан. Да, нужно не полениться. И, кстати, у нас такое вот обновление. Посмотрим, как это будет работать. Ну, это нож с точилкой. Нож с точилкой. Мне понравилось, очень хорошие отзывы. Пока он, конечно, каждый раз, когда ты достаешь и вставляешь его, он автоматически подтачивается. Ну, поздравляю тебя с подарком самим себе. Что же, она не догадалась. Нет, нож нельзя дарить подарок. Ну, это ты сам себе подарил. Это наш семейный. Нет. Да, и финальный штрих. Всегда в конце. Масло от Заремы. Да, кусочек Кисловодска. Вот что дает настроение. Без этого каша будет не та.
Кто нас смотрит постоянно, знает, что у нас есть одна традиция, предновогодняя, предрождественская. Угу. Мы собираем 10-рублевые монетки, а потом идем сдаем их. В этом году очень мало, у нас до этого вот так вот практически полное. Да. Но еще нужно признать, что обычно я оставлял очень много монет, а в том году я вычистил почти под ноль. Да. В любом случае, монет было не так много десяток в этом году в принципе. Сейчас я буду вычищать, наберу, сдам и не скажу, сколько получилось денежек. Вы попробуйте угадать. Но делайте сначала ваши ставки, да, пишите в комментариях. Сначала соберу, покажу, сколько тут этого добра. Чуть-чуть совсем. Вот так, да? Оставляем немножко на рассаду, чтобы было что хранить нашим доблестным. Ой, денежек получилось вот так. Ну, не знаю. Конечно, на камеру, наверное, непонятно. По весу 5 кг, скорее всего. А у нас там настоящая новогодняя сказка. А, окна запотели здесь, белье сушится. Снега намело, сегодня еще весь день тоже снег обещает. Так что будем праздновать по-настоящему Новый год со снегом. Я в Сбербанке, знаю, что здесь меня недолюбливает, ибо я порчу настроение своими вот этими пакетами неподъемными. Но ничего, все равно монеты нужно сдать, ибо традиция, правильно? А мы традиции чтим. Ты глинтвейн делаешь? Да, я могу делать все, что угодно сейчас, я думаю. Что это такая за композиция? Это горячий. Да, это горячее. Мы будем делать утку. Сейчас мы ее маринуем в таком рождественно-пряном соусе. Рождественско-рождественскую. Да. Она у нас получается действительно очень-очень такая ароматная, глинтвейновая, Лора сказала. Угу. Поэтому я беру, делаю специи практически как для глинтвейна. Угу. Это анис звездчатый. И перец и ряд других. Корица, водичка и так далее. Потом у нас будет, конечно же, обязательно присутствовать для красоты, для аромата немножко цедры. Я возьму сок. Сок, скорее всего, одного апельсина. Сок одного апельсина смешаю с ромом. Желательно ром, чтобы был ароматный, такой хороший. И мед. Когда сейчас у меня уточка стечет, я ее обсолю хорошо и буду вот этой композицией собирать все в целое. И сутки будет мариноваться? Мариноваться, да, не менее суток. Вот минимум сутки, потому что иначе будет все внешне, внутри аромата не будет. Лучше полтора суток. Что? Тут у тебя красота? Уточка готова для маринада. Не совсем красиво получилось. То есть вот эта композиция внутри. Я немножко добавлю, у меня есть еще такие изыски, апельсиновый перец, ну это так уже, знаете, апельсин на апельсин, просто нравится, как он мне выглядит. Мы не добавляем карри, потому что слишком вызывающе, да, или добавить? Не надо. Ну вот Лора не любит карри. Я люблю карри, я даже ем карри, но как-то слишком много всего. Ну вот как этот апельсиновый перец мне нравится тем, что цвет насыщенный. Все, теперь эта красота у нас готова к маринаду. Ой, еще осталось на тихое место в холодильнике. Если что, тогда съедим сразу сырое. Анечка, ты селедку под шубой делаешь? Да. Маме помогаешь? Ну, давай, выравнивай селедочку. Вот так вот. Молодец. Нет, надо не будоражить ее. А разглаживать. Хорошо? Молодец.
На ужин папа балует девочек стейками красивыми. Папа ничего не говорит, потому что он считает про себя, сколько жарит с каждой стороны. А стейки у нас еще замороженные с последней поездкой в Ставрополь. Да, это с осени получается. Такие мы запасливые. Ну, а эта тарелочка для нас такая скромненькая, да, Олежечка? Угу. Маленькая. Что видели у Лазерсона рецепт хрустящих крыльев, ну, не жареных, без панировки, а просто в духовке с конвекцией. Есть маленький секретик. Сейчас попробуем, если понравится. Думаю, рецептом поделимся, да? Да. Красота. Наш предновогодний завтрак. И Анютка уже на изготове. Я кричит. Моя, да? Моя. 7.31 декабря. Папа приготовил нам панкейки. Такие вот коктейльчики, да? Ой. Скажи с Новым годом. Кушать хочешь? Ну давай. Какие туфельки у Ани, а? Анют, где такие урвала туфельки? Анютик, все? Устали ножки? Ой. Какая красота! Молодец, на место положила. Умница. 31 декабря. Я сейчас скажу, сколько времени. На седьмой час, по-моему. Седьмой час. Традиционная прогулка начинается. Перед Новым годом мы обязательно выходим погулять. В прошлом году мы пропустили. Да, ну да, у нас была уважительная причина. У нас родилась доченька. Сейчас мы пойдем. Доченька осталась с бабушкой. Доченька родилась 2 года назад. Да? Да. Ну просто нам не с кем было оставить доченьку, поэтому... Сейчас мы оставили ее с бабушкой. И идем с девчонками гулять. Это сок от нее, да? Угу. Сок от нее и маринад. Это что за такая красивая девочка, а? Что за красивая девочка, расскажи. Что там? Дед Мороз? Да. Стол собирается уже. Анечка, красивая. Появился Дед Мороз у нас. Аньке нравится, да, Дед Мороз? Дед Мороз нравится тебе? Покажи Дед Мороз, покажи, где Дед Мороз. И нам тоже нравится. Ой-ой-ой, сказал Дед Мороз. Ой-ой-ой. Нельзя ходить без штановка, сказал Дед Мороз, да? Не-не-не-не. Да. Красивая Лора. Не-не-не-не. Не-не-не.
Мороз. Да. Будем за стол садиться уже? Да, мы будем садиться, мы уже готовы. Мы уже в приподнятом настроении, потому что, если не ошибаюсь, 12 час по московскому, 19, да, пора садиться, все. Надо провожать. Я не скажу, что я голодна, но просто хочется уже сесть и начать праздновать. Да, мам? Да, я тоже согласна. Да, Анюта? Да. Анечка? Дед Мороз говорит, Но-но-но, говорит Дед Мороз, да? Ёлка, и там подарки, это все подарки, Анюта. Да, а мы там потом посмотрим, когда будет 12 часов. Мы сейчас снова. Потому что нет. Это сырок. Способны нас. Еще рано, да? Мы так медленно. Забыть память и веру отца. Главное, чтобы она не сломалась. Помнишь, раньше на плохом шампанском у тебя сломались? Да, да, да. Что делать? Бен! А ты спать не хочешь, Анют? Сейчас. Давай. Что у вас получается, расскажите. Ты так воодушевленная, она прям как этот истинный художник на холсте рисует. Благодаря Тасеньке у нас складывается такая новогодняя традиция. Давай рисуй. Создавать. Анют что-то японское получается. Творение на праздник. Все что-то делают, созидают. У нас полотна есть. Да. Анютка вот такую. А еще магнитики. Елочку сделала красиво. Это магнитики, это не просто да. Елочки. Это мамин. И этому. Да. И этому, а где да. Папин? Папин, я папа уже повесил на холодильник. Папа. Создал вот такой магнит и перенервничал. Повесил его сушиться. В общем, 1 января.